Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 15 октября 2021 года. На улице 10 градусов тепла. Обед. Очень тепло. Вчера целый день был заливной дождь, проливной. Два дня у нас было. Но сегодня солнышко. Не знаю, надолго или нет. Хочу пересадить свою малину желтая медовая. Это ранняя, обыкновенная, простая, но очень вкусная, сладкая, действительно пахнет медом. Вот здесь у меня два кустика. Я пересаживаю малину всю в одно место. Клубника у меня в одном месте, малина в одном месте, на опоры. И вот, а здесь... Вот посередине, как сидят две малины, между ними посередине бороздки, я хочу посадить черешню. И там на уголку черешню. Но это уже буду весной покупать, такие вот большие деревья. Ну ладно, сейчас я выкопаю. Она новых побегов не выпустила, сажала я весной. Перебаливает. Чем она мне нравится по вкусу, очень сладкая, вкусная. Но сильно поражается различными заболеваниями, заводятся в ней черви. И ягоды неплодные, ягодки желтые, крупные, но неплодные. Она быстро текет. На продажу не годится, чтобы если торговать кому ягодкой, то не годится на продажу. Ну ладно, сейчас выкопаю и покажу, в каком месте я буду ее пересаживать. Вот, выкопала, принесла, конечно... Ямы маленькие. Ну что, знаете, она просидела у меня где-то с мая месяца. Очень хорошая корневая стала, и пошли новые побеги. На следующий год вырастут много побегов. Только не знаю, будет на ней урожай или не будет вот на этих побегов. Потому что это простая, ремонтантная. А хотя это вот отплодило, так? По идее, считается, должна я вырезать и выбросить. А вот эти должны были вырасти, но они не выросли, чтобы дать на них урожай. Ладно, мы посмотрим. Так, это нормально. Немножко крышки освободим. А здесь нужно выкопать немножко поглубже. Ну вот и все. Ямки нормальные, хорошие. Сейчас засыплю и, наверное, обрежу. Ну и вот, наверное, все-таки должны вырезаться, выбрасываться. А те оставаться. Ну ладно, я оставлю. Накрывать сверху ничем не буду. Эти побеги старые. Потому что вот снизу весной пойдут очень много молодых. Видите? Сейчас засыплю. Сейчас полью. Полила хорошо. Сверху уже ничем не буду поливать. Земля очень-очень мокрая. Вот видите, посадила. Все-таки решила водички добавить. И обрежу. Вот такого, чтобы у меня медовая, желтая была видна. И здесь вот так. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Укрою только корневую систему через недельку где-то древесной стружкой. Ну на той неделе. А это пока солнышко светит, теплые денечки, пускай подрастают побеги. Хорошо укрою. Сверху еще, может, спанбондом положу. Заходите в гости, мои дорогие друзья. Буду вам очень рада. До свидания. До новых встреч. Пока.